честь Дня защитника Отечества мужчин Когалыма приглашают принять участие в фестивале ГТО. В программе челночный бег, прыжок в длину с места, отжимания, подтягивания на высокой перекладине, поднимание туловища с положения лежа, наклон из положения стоя. Семейная традиция может стать, что отец с ребенком, с дедушкой придет, мальчики будут показывать свои силы. Папа может показать, на что он способен, и ребенок будет за ним стремиться. Всех желающих ждут на регистрацию 23 февраля в 9 часов утра в волейбольном зале Дворца спорта. Мы приглашаем всех мужчин с первой ступени по 10 ступень, это то есть в возрасте от 6 лет до 70. Если кто желает, можно и старше, конечно, все возраста. С собой нужно обязательно иметь УИН, заранее зарегистрировавшись на сайте ГТО, и допуск от врача к сдаче норм ГТО. Мы добавляем их в ИИС ГТО, то есть вы для этого предоставляете УИН. На сайте ГТО это все в личном кабинете будет записано. И также, если дальше планируют выполнить там на золотой знак, на бронзу либо серебро, можно также обратиться в наш центр ГТО и дальше доздать до норматива, если человек дотягивает. То есть, если до этого выполнил нормативы, которые мы будем принимать 23 февраля, на знак.